Сбербанку, как потенциальным ключевым оператором продвижения этого продукта, это, ну, собственно говоря, гарантия для обеспечения финансирования индустриальных парков. Значит, гарантия предоставляется как управляющей компании, так и застройщику индустриального парка. Но при этом управляющая компания либо сам заемщик, либо группа компаний, в которую входят эти управляющие компании, должны быть собственником этого имущества, либо застройщик будет собственником этого имущества. Вот. Значит, срок предоставления гарантии кредита вот, с теми сроками, которые назвал Екатерина по кредитованию, до 15 лет, слушайте, по 14 лет, да, гарантия предоставляется там, до 15 лет. Стоимость гарантии 1,25% годовых, пересчет осуществляется у нас комиссии ежегодно, да, то есть в зависимости от цели снижения задолженности. И, значит, потенциально также потребителем могут быть резиденты. Если этот продукт, он сам индустриальный парк, предназначен в первую очередь для владельца самого индустриального парка, то с резидентом индустриального парка, да, им требуется какая-то поддержка, состоялся разговор перерыв с коллегами по поводу поддержки резидентов, мы также готовы работать, но уже не в рамках продукта, как в индустриальном парке, а в рамках базовой продуктовой линейки нашей. Да. К этим продуктам. То есть мы, по сути, сейчас создали, я уже перехожу от индустриального парка в целом продуктовые линейки агентства, да, которые ну, практически за период эволюции сначала деятельности агентства развилось до такого уровня, что, наверное, проще там, сказать, чего мы не, какие потребности мы не закрываем. Да, то есть мы скорее не закрываем потребности, это связано с какими-то не очень там, прозрачными схемами, рефинансированными и так далее. А сейчас есть ну, практически все возможности для закрытия основных ключевых потребностей. Да? То есть это как и финансирование инвестиционных затрат, это и приобретение основных средств, и строительство, и реконструкция, да, это самое относится к индустриальному парку, так и финансирование затрат связано с сопровождением да, этого проекта, да, накладных расходов при осуществлении проекта. И есть у нас продукты гарантийные, они работают с начала года, поскольку агентство изначально задумывалось как, скажем так, господдержка для осуществления, в первую очередь, инвестиционных проектов, да, но с начала года, поскольку там, да, мы сами понимаем ситуацию, которая произошла в конце года, мы создали ряд антикризисных продуктов, в том числе кредитование оборотных средств для бизнеса. Да, вот, ну, если мы говорим о прямых гарантиях, которые предоставляет агентство, то есть это там, не торговый сектор, производительность, строительство, ну, все, что относится к приоритетным значимым отраслям, то есть мы предоставляем гарантии при получении кредитов на оборотные средства в том числе. И сейчас их доля ну, вот, заметно выросла, она уже сопоставима на самом деле, с долей инвестиционных кредитов да, по разному размеру портфелей. И есть еще ряд продуктов, это, скажем, все, что связано с госзакупками, да, ключевые продукты к гарантии исполнения контракта, когда банку также нужно обеспечение при предоставлении гарантии исполнения контракта в пользу заказчика, да, подзаказчика для транспорта 44 ФЗ, 223 ФЗ. И также есть в линейке у нас продукты, которые способствуют, скажем так, оздоровлению, финансовому оздоровлению предприятий, которые попадают в выборочную ситуацию. Да, это основные продукты на реструктуризацию. Когда требуется реструктуризация, иногда банк говорит, мы готовы пойти на реструктуризацию, на изменение каких-то существенных условий кредитного договора, но требует дополнительный залог. Залога не хватает, нет. Да, то есть в этом случае мы также готовы выступить гарантом. Ну и, скажем так, одна из последних новаций, которая у нас была в части гарантийной поддержки, это в том числе мы обязательно планируем для этого форума, но я тем не менее скажу. Да, это работа из торговли. То есть, ну, вот, сейчас у нас есть продукт СОГАРАНТИЯ с региональными фондами, региональными гарантийными организациями. И вот в рамках, скажем так, этого продукта три части региональных фондов мы также готовы работать и в общем, ну, с торговыми предприятиями, кредитованием как инвестиционным, да, строительство, так и оборотности. Наверное, это не самое главное, не ключевой приоритет нашей деятельности, безусловно, ключевым приоритетом является, как я уже назвал, обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт, информация, связь, вот, такие направления. Да, но в том числе и приоритеты мы тоже готовы там, определенную поддержку. Да. Дальше, значит, каким образом предоставляется поддержка, то есть вот вкратце рассказал, на что мы предоставляем гарантии, да, то есть каким образом предоставляется. Ну, скажем так, основными операторами у нас, поскольку само по себе агентство, несмотря на значительность, уставной капитал 50 миллиардов, компания незначительная, то есть компания по численности небольшая, да,
Собственно говоря, мы работаем с нашими банковыми партнерами, и они являются очень основными операторами при осуществлении операционной деятельности нашей. Да? То есть заемщик, там, предприниматель, ему не надо обращаться отдельно в агентство, ему не надо подавать отдельно пакет документов в агентство и одновременно в банк. То есть он подает пакет документов в банк, который требует банк. Соответственно, банк уже работает с нами. Да? Если он идентифицирует и понимает, что необходима гарантия, да, и залога недостаточно, сам банк обращается к нам. Ну, пожалуй, только один документ, это заявка оформляется со стороны предпринимателя, да, и у нас дополнительный документ. Все остальные документы банк начинает взаимодействовать без привлечения самого предпринимателя и рассматривать между собой заявку через взаимодействие с банком. Да? То же самое касается оформления. Не надо специально приезжать в агентство, звонить, записываться. То есть вся работа считается через филиалы, через отделение банка. Ну, в частности, да, Сбербанк, мы очень активно работаем, это наш ключевой партнер, да, и работа происходит на местах, в регионах. Да. Понимаете, естественно, никуда ему не нужно дозвониться, никуда ему не нужно приезжать. И все взаимодействие считается через единое окно, это то самое отделение банка, в котором предприниматель получает кредит. Так, ну и, наверное, еще я хотел рассказать о новой программе, которая также у нас будет, которая стала запущена в ближайшее время, которая была разработана совместно развитием инновационных посредством коллегами, да, и Центральным банком Российской Федерации, агентством кредитных гарантий. Это программа стимулирования кредитования субъектов малого предпринимательства. Это уже немножко другая история. Если я все рассказывал до этого, это все, что относится к гарантийной поддержке, то есть это история про залог, то вот вторая программа, которая прямо сейчас запускается, она еще пока не запущена в наших банках-партнерах. Но в ближайшие, можно сказать, дни мы ожидаем запуска и там, неделю-две. Значит, это уже будет, скажем так, программа, которая направлена на обеспечение доступности в части процентной ставки. Ну, все мы понимаем, по каким ставкам сейчас банки предоставляют кредиты. Ну, это кредитный рынок, это текущая экономическая ситуация. Вот. Ну, соответственно, в рамках этой программы будут предоставляться льготные кредиты по ставке 11% для субъектов малого бизнеса, это конечная ставка для заемщиков. Да? Это 11% для субъектов малого бизнеса, ну, для критериев 209 федерального закона, и, соответственно, 10% для субъектов среднего бизнеса. Кредиты предоставляются от 50 миллионов. Значит, по этим ставкам. Ну, то есть, в принципе, соответствует аудитории данного форума. Или на почту написать. Добрый день. Не более 1 миллиарда, но при этом одному заемщику мы можем предоставить свободу, каждый из которых не выше 1 миллиарда, но свободная задолженность должна превышать 4 миллиарда. Значит, у нас уже, в принципе, нам цели программы достаточно много. Проекты, в том числе SPV-компании, да, которые создают новые проекты, да, при очень определенных требованиях, как со стороны Сбербанка, в части собственных средств. Поэтому здесь нет ограничений каких-то там в целом гарантийной поддержки, нет ограничений как по сроку деятельности, то есть это может быть там группа компаний. Ну вот в части программы стимулирования вот этой референтной ставки, там есть ряд требований. Это, как правило, какие значимые приоритетные проекты, они должны быть эффективными, то есть с точки зрения своих финансовых показателей. И там немножко повыше требования, действительно так и есть. Вот. Но тем не менее, такая возможность существует, то есть получить финансирование именно по такой очень льготной, действительно, в текущих условиях очень привлекательной ставке, как 10 или 11% годовых. Ну и, наверное, от 50 миллионов рублей сумма кредита до 1 миллиарда. Для малого бизнеса вы считаете продукт? Это для малого и среднего бизнеса. Смотрите, если компания SPV, допустим, да, SPV компания, у нее выручка вообще может быть ноль. То есть у нее выручка может быть ноль. Она по критериям 209 ФЗ относится к малому бизнесу. При этом там доля участия собственных средств может колебаться на 30%. Если компания создает проект стоимостью 700 миллионов, предположим, да, и есть собственное участие, то ну, вам определенная доля Сбербанка, да, а вы вопрос ваш, кто вам кажется, это много или это мало? Конечно, это много, это очень много. В малом бизнесе мы говорим, 700 миллионов. Я повторил, что это не, смотрите,
прописана основная поддержка, которая осуществляет агентство, это гарантийная поддержка. Для этого было задумано агентство, да, то есть это основная деятельность агентства. Дополнительно мы еще организовали вот это направление совместно, да, с нашим курирующим министерством и центральным банком. Это, скажем так, дополнительная программа, я проинформировал. Да, там есть ограничения, да, там есть определенные лимиты. То есть, вот. Но в гарантийной поддержке у нас сейчас практически нет никаких лимитов, никаких ограничений. Там может быть любая сумма, у нас приходят заявки на 70 тысяч рублей и на там, заявка была на 900 миллионов. То есть, в разные есть кредиты. Здесь действительно есть ряд требований, я их озвучиваю. Да? Это, повторюсь, приоритетный проект, эффективные проекты и крупные проекты. Коллеги, я тогда в двух словах еще озвучу наш результат вкратце на год работы. То есть, чего мы сейчас добились. Значит, у нас сейчас общий объем предоставленных кредитов по нашим банковым партнерам, по нашу гарантийную поддержку, по программам гарантии, то есть, говоря, наша основная деятельность, это размер общего портфеля около 19 миллиардов. Причем мы как бы вот каждый квартал результаты практически удваивают результат предыдущей деятельности. То есть, ну, сейчас есть некая инерционность, потом в запуске, да, она инерционно существует как на уровне там, так и на уровне там, и парков, и продвижения этих продуктов. Да, но вот сейчас мы очень интенсивными, очень активными темпами у нас прирастает количество заявок, то есть все больше и больше получают лимит. И повторюсь, он, конечно, лимит есть, но он вот, в текущих условиях можно сказать, что он практически не ограничен. То есть у нас достаточно капитала, при капитале 50 миллиардов, 16%. Создать портфель, значит, превышающий разы, даже превышающий существующий, да, существующий результат. Ну вот, тем не менее, уже предприниматели получают кредит на сумму под выданные гарантии. Да, поскольку наша гарантия бывает только 50% от суммы кредита. Ну, до 70% есть ряд продуктов, до 70%, да, это те самые 100 гарантий СРПО и по госконтракту. Ну, в целом, в среднем там, на уровне 50% выходит. Соответственно, мы предоставим гарантии на 8 миллиардов, а кредиты на это получают на 18 миллиардов. И, конечно же, ключевым бизнесовым партнером нашим является Сбербанк, у нас 43 банка партнера, и в том числе, ну и ключевым, конечно, юридик является Сбербанк России. Да? И у нас есть совместные продукты, специализированные продукты, как в нижнем сегменте малого бизнеса, там, по сути, массовый бизнес, да, наверное, тоже не совсем там для аудитории, ну так и в сегменте, верхнем. Малого среднего бизнеса, в частности, специализированного продукта индустриальной инфаркции. Коллеги, в целом,